Всем добрый день, меня зовут Николаев Сергей, я из Санкт-Петербурга, появилось время, хочу отписаться. Прежде всего, это видео предназначено для тех, кто вступает первый раз в группу, либо тем, кто не доверяет данной группе. У меня история не совсем простая получилась, я не выиграл аукцион, но часы получил. Дело в следующем, что в августе месяце я выиграл аукцион на Омегу. Я ее получил, все замечательно, на почте завел и проработали часы всего 4 часа. Я удивился, завел еще раз 4 часа проработали, увы, пишу Олегу. Олег, так и так, что делать будем? Олег говорит, скорее всего, это почта. И на этом могло бы все закончиться. То есть он имел полное право сказать, что на почте ваши часы повредили, мы не можем вам ничего помочь. Но ребята поступили совершенно по-другому. Ребята сделали следующим образом. Они сказали, присылайте нам часы, будем разбираться. В сентябре я отправил часы с Выборга. Они шли туда порядка 10 дней. Пришли, ребята тестировали их в течение месяца, и выслали мне обратно. Причем самая интересная ситуация, что мы говорим о порядочности людей. Мне было сказано, Сергей, скажите, вы оплатили доставку сюда, косяк был наш. Сколько вы вам должны денег вернуть за эту доставку? То есть мы вам готовы, дайте номер карты, мы вам деньги отправим обратно. На что я сказал, что, ребят, ну, как-то, наверное, это немножко неправильно с моей стороны, потому что даже какой-то ремонт, добираясь я на машине, ну, бензин мне не оплачивает ремонтная компания, увы. Я часы получил 2 дня назад. Опять же завел их на почте. Опять 4 часа. Я в шоке. Блин, я пишу Олегу по-хорошему. Говорю, Олег, так и так. Блин, ну как произошло? Он говорит, Сергей, слушайте, ну я не знаю. Я говорю, слушайте, узнайте, сколько можно эти часы заводить? Сколько нужно их заводить? Мне говорят, слушай, ну сейчас не можем. Просыпаясь с утра позавчера. Взял и со злости их завел. Я, правда, не ожидал, что часы нужно действительно сильно заводить. Головка заводится, ну, не то, что тяжело, она заводится с силой. То есть мужскую силу надо приложить. И после этого часы заработали. Ну, давайте я подведу по скриптам данной ситуации, которая заключается в следующем. Что? Ребята, отправил часы, часы у ребят, деньги у ребят. Можно, я не знаю, там, кто не верит, можно было, бляха, забанить, выключить, сказать, парень, до свидания, все. Вот, нет, мы молодцы, мы тебя обманули, мы такие красавцы. Только нет смысла в этом. За, там, 20-15 тысяч потерять на одном человеке, нажиться на нем, а потом просрать всю группу. Потому что человек и люди разные бывают, можно было там написать какие-нибудь баны, людям рассылать, кто выигрывает, пишется, и группа была бы похерена. Но ребята не делают, они работают честно. На мой взгляд, сколько я не общался с Олегом, мне ни разу не было того, что он куда-то пропал, забыл, все прочее. Он отвечает всегда честно, он не скрывается, то есть у них нет такой позиции. На мой взгляд, они работают и хотят работать дальше. Поэтому вот я сейчас еще сделал один заказ, в подарок брату 3 часы, уже 3 часы. То есть я выиграл 3 аукциона, я их получил. И вот по поводу 3 часов я могу, жду сейчас с нетерпением подарок этот, который хочу отправить. И желаю ребятам процветания и хорошей работы. Извините, что косяково говорю, ну говорю как есть, без листочка. Поэтому всем, кто выигрывает, удачи. Тем, кто сомневается, поспрашивайте тех, кто выиграл. И вы будете понимать, что люди получили, отправили, получили. Ну, а тем, кто не хочет покупать, ребят, не ставьте глупые ставки, потому что они портят, грубо говоря, имидж группы, ну и вас не красят. Спасибо большое, ребят. Если что, чувствую, заболел вашей группой, наверное, еще закажу часы. Всем удачи, пока.